теме школьного образования РБК пишет, что в России рынок репетиторства растет. Это связано с тем, что качество преподавания в школах ниже, а желание абитуриента поступить в престижный вуз и получить знания растет. Чтобы получить более высокий балл, родители вынуждены нанимать репетиторов. Час занятий с таким специалистом в среднем обходится в 1500 рублей. Сумма оплаты зависит от опыта специалиста. Как говорится, хочешь балл выше – плати больше. Частное преподавание относится к неформальному сектору экономики. Есть лишь приблизительные оценки. В 2017 году рынок частных уроков составлял в России около 30 миллиардов рублей. Сейчас оценивается в более чем 100 миллиардов рублей. Отсюда вывод. Знаний, которые получают ученики в школе, не хватает для поступления в вуз. А наша съемочная группа решила выяснить у жителей Твери, что они думают о том, какие знания дают в школах и даже гимназиях, и готовы ли они тратить деньги на подготовку своего ребенка к ЕГЭ, и в чем причина такой ситуации. Мнения тверичан разделились. Одни считают, что школа должна давать полноценный багаж знаний для сдачи ЕГЭ и поступления в средние и высшие учебные заведения. А другие, что прибегать к помощи репетиторов и специальных дополнительных курсов нормально в наше время. Нет школьного образования. Это халтура самая настоящая. Я работала в общеобразовательном заведении, но не в школе. Так вот, я общалась с детьми, прекрасные дети, но ничего не знают, ничего абсолютно. Их не учат чему-то такое вообще набираться каким-то знанием. Репетиторы – это, конечно, вынужденная мера, но вообще-то тоже не, я считаю, не панацея. Конечно, сейчас не сравнить образование, какое было у нас и какое сейчас у моего ребенка. Он сейчас знает гораздо больше, чем я, наверное, за всю школу практически. Сейчас совершенно другое образование. Когда мы учились в школе, образования дохватало, никаких репетиторов не были нужны. Могу вам сказать, как репетитор, вы по адресу подошли, что здесь, наверное, такая здорово, когда работа двойная. То есть школа дает, а репетитор уже более индивидуально подходит. То есть в школе такой, скажем так, массовый подход. Это нормально, потому что невозможно объять необъятное, ведь много учеников в классе. А репетитор, он уже индивидуально подходит. То есть от школы требует невозможного, я думаю, тоже не стоит. У меня ребенок старший учится в гимназии. Нас очень устраивает образование. То есть вы не обращаетесь дополнительно к репетиторам? Пока нет, сами справляемся. От нас столько не требовали, как сейчас требуют от детей. Я помню себя в школе, реально не было таких требований. А вы как считаете, тоже? Я считаю, да, что среднее образование в школе общее, оно достаточно. Но если есть какие-то потребности, например, лингвистические, либо какие-нибудь там математические и так далее, и человек хочет туда развиваться и поступать, почему нет? Та же самая логика, да, допустим, предмет. Там не каждый взрослый сможет разобраться в этой логике, что им задают в 4-м классе. А это сейчас 4-й, а у них там эта логика со 2-го класса. То есть мы, например, эту логику решаем всей семьей. Я считаю, все зависит от школьника, как сам он хочет. Я думаю, сам он может подготовиться 100%. Я, например, не ходила к репетиторам и сдала выше даже баллы тех людей, которые ходили к репетиторам. Я считаю, что это чисто зависит от школьника, от его стараний. Прокомментировать эту тему мы попросили известного в Твери работника образования, преподавателя с полувековым стажем Бориса Ольшанского. И вот что он сказал. Значит, сейчас вообще образование безобразное. Я просто приведу несколько примеров. Допустим, учитель рисования преподает математику. Скажите, это нонсенс? Сейчас учителя что хотят, то и делают. Хочет он... Уроки дает, говорит, я сегодня устал, возьмите книжку и решайте. Какое образование может быть? И, конечно, большинство все-таки, занимается с репетиторами. Потому что так в институте, даже в наши тверские вузы не поступить. Это, конечно, неправильная постановка вопроса. Все-таки раньше школа готовила детей в институты. Да, то есть занимались там и дополнительные курсы какие-то были у них. В школе открывались курсы по подготовке в вузы. Учителя работали, вели эти курсы. И дети поступали в высшие учебные заведения без всяких репетиторов. А сейчас, к сожалению, случилась такая история. Я считаю... Очень неприятная история.